Тихо. Ну, это самка, вторая стадия. В чутких руках сотрудников Чернышевского рыбзавода осетры ведут себя довольно спокойно. Возможно, чувствуют, что им ничего не грозит. Ежегодно рыбу вылавливают из бассейнов, чтобы оценить и убедиться, что с ней все в порядке. Узнают длину и вес, проводят УЗИ внутренних органов и определяют, когда самки дадут потомство. Вначале определяем, является ли это самкой или самцом. Далее смотрим стадии зрелости, или это можно увидеть сразу. И если есть патологии, мы тоже отмечаем. Патологии могут быть как внутренних органов, имеется в виду и гонады. Ну и можем посмотреть сердце, можем посмотреть печень, желчный пузырь. Ну, все те основные органы, которые могут каким-то образом быть, ну, иметь отклонение при выращивании в условиях аквакультуры. Условия для размножения осетров на Чернышевском рыбзаводе хоть и искусственные, но благоприятные. Это показывают цифры. За последние 5 лет количество рыб увеличилось в 14 раз. Сегодня в бассейне обитают 400 особей разных возрастов. Сотрудники рыбзавода ожидают еще большего прироста. Увеличить производственные мощности поможет компания «Алроса». В этом году акционерная компания заключила соглашение Чернышевским рыбзаводом на финансирование по разработке проектно-сметной документации строительства осетрового цеха при Чернышевском рыбзаводе. Целевое финансирование в этом году составит 15 миллионов 455 тысяч рублей. По прогнозам, новый цех позволит воспроизводить около 700 тысяч мальков осетра в год. Часть оставят на рыбзаводе, часть выпустят в местные водоемы. Рыбаки с лицензией смогут вылавливать подросшего в естественной среде осетра из Вилюя и Лены. А жители, далекие от рыбалки, увидят свежую рыбу на прилавках магазинов, как и в 2022 году. Планируется выращивать до 10 тонн товарной продукции, это товарного осетра, который пойдет на продажу населению, и до 500 килограмм пищевой черной икры производства. Сейчас мы параллельно также отрабатываем, работаем над строительством рыбоперерабатывающего цеха. Сейчас идет выделение земельного участка и идет разработка проектно-сметной документации для этого цеха. Проект дополнительного цеха для осетров сегодня разрабатывают специалисты. Строительство по планам начнется в 2025 и продлится 2 года. Вадим Ахмадуллин, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край».